Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Стоп! Конец второго раунда. Кричит, уберите, пожалуйста, срочно. Я не знаю, какая машина белая. Купила лошадку. Во-первых, они. Там у них три мужика здоровые. Заключительный раунд сложного напряженного поединка. Поддержим наших бойцов. А кто надувная река? Мозгами хочешь? Делаем еще. Простите, в красном углу.
от волнения углы путаю. Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем бойцов. И у нас четвертый поединок. Приглашаются спортсмены. Вид спорта ММА. Весовая категория 70 килограмм 300 грамм. Синий угол. Тупицын Никита. Неоднократный призер Пермского края по рукопашному бою, панкратиону и грэпплингу. Клуб «Каскад», Федерация спортивной борьбы города Березники, тренер Марат. Звенел королевской монеткой маленький шут по золоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Звенел королевской монеткой маленький шут по золоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Мы продолжаем или ждем итоги? Я просто уже сегодня путаюсь. Мы то играем, то не играем, то снова играем. Сейчас, вот так вот. Спасибо. Дальше. Поддержим, поддержим. Бурнее, бурнее, бурнее. Давайте покричим. Еще, еще, еще. Можно даже ручки поднять. Разминаемся. Такого, ребята, вы не слышали. Это кавер на казахскую попсу. Yeah.
дорогие спортсмены, если у вас с собой ключи, может быть телефон, и вы не знаете, где оставить, то вы можете подойти к стойке. Да, вы индивидуал, двое вас, пишите. И собака, самое главное, я вот даже ей подарю медальку. Господи, ты молодец. Иди сюда. Молодец. Самый крутой участник нашего забега, как зовут вашу собаку? Стася. Стася, ты самая крутая собака в этом забеге. Поздравляем! Ваши аплодисменты! Итак, у нас еще одна команда финишировала, мы сейчас вам выдадим медали, а сначала спросим у самого молодого. Какие ощущения? Сложно, сложно. Сложное ощущение? Ощущение. А почему? Еще Минаж. Вот там еще группа. Буквально делали. Все, побежал.